Всем-всем огромный привет! Рада приветствовать вас на своем канале, мои дорогие, любимые и самые лучшие подписчики. Приглашаю вас сегодня к себе в гости в новое видео. Но утро мое начинается с покраски стен на балконе. Нужно потихонечку завершать свою работу, пока стоит прекрасная солнечная погода. Встала с утра и подумала, почему бы и нет, нужно заняться покраской. Красить буду той же самой краской, что красила хрущевский холодильник, шкаф под окном. Краска называется «Ореол», акриловая, подходит по дереву, металлу, бетону и кирпичу. Краска без запаха, сохнет за 1 час, подходит для наружных и внутренних работ. Но работа у меня сегодня предстоит долгая, сложная и терпеливая. Да что там красить, подумаете вы, я думала точно так же, пока не взяла в руки краску и кисточку. Оценив весь фронт работы, я поняла, что работа у меня на целый день. Стены на балконе не крашеные, это невооруженным глазом видно на видео, поэтому красить я буду на 2 раза. Самое сложное — это в щелях, там где цемент. В одном из видео я показывала стены на балконе. Очень бы мне хотелось сохранить именно кирпичную кладку, ничем не маскировать, а именно закрасить. Также между кирпичами имеются неровности. Их мне также хотелось бы оставить в том виде, в котором они сейчас находятся. Самая сложная работа заключалась в том, что во всех этих неровностях я не могла прокрасить вот этой толстой кистью, поэтому я попробовала взять губку для посуды, также из этого ничего не вышло. И тут в моей голове созрел план, почему бы не воспользоваться кистью для гуаши. Я нашла у Артема самую широкую кисточку, ну и работа моя закипела. Ну а слово «закипело» — это просто слова. На покраску этой стены у меня ушел целый день, 3 банки краски, очень-очень много сил и терпения. Но в день, когда я занималась покраской, Саша у меня уехал на несколько дней на рыбалку, отдохнуть мужу тоже нужно. Поэтому работаю сегодня одна, не тороплюсь, сама себе хозяйка. Если честно сказать, я вам уже рассказывала, что я люблю работать в полном одиночестве. Включаю музыку, делаю какую-то работу по дому. Ну и также у меня бывают такие моменты, у меня села батарейка, мне совершенно не хочется работать, выполнять ту либо иную работу, и я себе делаю выходные. Могу пролениться день, могу пролениться 2, могу пролениться даже 3. Я просто лежу, смотрю свои любимые фильмы, также пью чай с лимоном, что-то кушаю сладенькое. В общем, вот такая вот у меня перезагрузка. Но пока я работаю, возможно, это первый раз, когда я обращаюсь к вам за помощью, а точнее за советом. Как говорится, сколько народу, столько и мнений. В любом случае решать мне, но очень бы мне хотелось иметь обратную связь. Также хотелось услышать и ваше мнение. Возможно, из моих подписчиков есть педагоги, которые направят в нужное русло. Так как Артему исполнилось 3 года, а это говорит о том, ясельная группа, до свидания. Сейчас Артем будет посещать 2-ю младшую группу, это детки с 3 до 4 лет, затем средняя с 4 до 5, старшая с 5 до 6 и подготовительная с 6 до 7. Надеюсь, я правильно донесла до вас информацию. У меня нет педагогического образования, поэтому я не сильна в этих тонкостях. Именно в этой группе Артем будет до конца выпускного, то есть пока ребенок не пойдет в 1 класс. То есть в этой группе Артем будет находиться большую часть своего времени, играть, спать, гулять, кушать и развиваться. В этой группе у Артема появились друзья, с которыми он очень сдружился. Также воспитатель отмечает то, что действительно дети очень дружны. Это вот такая небольшая компания, с которыми, возможно, Артем попадет в начальные классы.
Мне бы не очень хотелось разбивать такую детскую, но настолько чистую дружбу, и как после этого может повести себя ребенок. Я думаю, что такое расставание с друзьями будет для Артема очень травмирующее событие. Боль, горечь, обида. Я думаю, что Артема будет сопровождать очень долгие месяцы, а может даже годы. Поэтому я боюсь травмировать как-то ребенка. Ну и к чему же я это все веду? Там, где мы сейчас проживаем, находится еще один детский сад. Он в нескольких шагах от нашего дома, но дело совершенно не в этом. Именно в этом году и в этом детском садике набирают отличные педагоги с огромным стажем работы. Все мы прекрасно знаем, от педагогов многое зависит, насколько хорошо ребенок адаптируется в новом обществе, наладит ли контакт с ровесниками, получит ли важные социальные навыки и многое-многое другое. Конечно, я никого не хочу обидеть, зная, что на моем канале очень много подписчиков, в том числе есть люди из садиков, в которые сейчас ходит мой Артем. Поэтому каждый родитель поступает так, как считает нужным. Поэтому в этом видео я обращаюсь к своим подписчикам за советом. Повторюсь еще раз, в любом случае выбор будет за мной. Также повторюсь, возможно, на моем канале есть педагоги, которые мне подскажут, как поступить в той либо иной ситуации. Записывая сейчас для вас это видео, для меня прямо как по сердцу ножом. Мне не хочется разделять детей, но и в то же время мне очень бы хотелось, чтобы в моего ребенка заложили чем больше знаний, тем лучше. Поэтому я жду от вас совета. Эти мысли мне не дают покоя на протяжении месяца. Они меня дергают то вправо, то влево. Вас, я, мои дорогие, любимые и самые лучшие подписчики, прошу, дайте обратную связь. Возможно, кто-то сталкивался с такой ситуацией. Также, возможно, на моем канале есть люди с большим опытом работы, также психологи. Дайте, пожалуйста, совет, как поступить мне в этой ситуации. Ну а вам, мои дорогие, любимые и самые лучшие подписчики, желаю приятного просмотра. Всем самого доброго утра. У нас утро следующего дня. Краска моя подсохла. Сейчас вам хочу показать фронт своей работы и как это все смотрится, когда подсохла краска. Вот так это все получилось. Аккуратненько, чистенько и белоснежно. Так, сейчас посмотрим сверху. Так, ну и эта стена. В принципе, я считаю, получилось неплохо. Осталось вот тот уголок. Вам я уже показывала. Также вот тот уголок. Так, далее вот сюда порожек. Далее самое сложное это будет помывка балкона. Пока даже не думаю о помывке, но нужно начинать потихонечку. Очень-очень грязно. Так, нужно будет помыть балкон и снутри, и снаружи. Так, также вот это место буду чистить азелитом, побрызгаю, посмотрю, что получится. Так, далее помывка окна. Окно тоже очень-очень грязное.
Снутри окно я мыла, а вот снаружи было холодно. Уже переехали в феврале. Ну и тут также окно очень грязно. Очень грязное окно. Сейчас покажу. Всем привет! Видите, вот такое грязнющее окно. Не знаю. Начинать, в общем, надо. Надо начинать. Как я люблю сказать, глаза боятся, руки делают. Помывки на балконе, я думаю, на целый день, как не на два. В общем, все нужно мыть, приводить в порядок. Далее, после того, как я все отмою, вот это вот все дело отскоблю. Ой, не знаю, девочки, мальчики, как же я это буду. Вот поэтому я не знаю, как даже, видите, пока не представляю. Мне кажется, я вот эту вот пленку буду убирать целый день, затем буду отмывать. В общем, посмотрим. Вот это окно, наверное, оставлю на самый конец. В конце уже буду мыть вот эту сторону. Тут тоже вот какие слейкопластырь, что ли. Ой, девчонки, как я буду отмывать, я вообще не знаю. В общем, буду по возможности мыть, отмывать, приводить в порядок. С этой стороны, смотрите. Ой, тоже самое. В общем, не знаю. Не знаю, девочки, как буду все это делать. В общем, вот это окно я оставлю на потом. Ой, господи. Стороны то же самое, видите. Ой, попробую вот хоть оторвать. Ой, девчонки, ой, как так не любить, ой, свое жилье, господи. В общем, не знаю, что получится. Ой, в общем, будем мыть, Бог нам в помощь. Но после того, как я вымою, только после будем мыть, помою пластиковые панельки. Это вот то, что Саша делал. И потолок. Сразу же помою. И будем застилать. Вымою пол. Будем застилать пластиком небольшим. Также сверху будем прикручивать карниз и вешать в окна тюль. Ну а потом будем думать, что же у нас будет вот на этой стороне. Что-то нужно. Вот этим углом особо мы не пользуемся. Ох-ох-ох. Не знаю, будем думать, может, тумбочка или что-то. Пока не могу сказать. Пока нету идей. Вот окна помою. Потом появятся идеи. Так, значит, сюда пока не знаю, что будем. Тут вот уже точно будет пуфик. Такой прямоугольный. В общем, сюда вот цветы поставлю. На лето буду вот выносить. Пусть напитываются солнышком, свежим воздухом. Но сверху будет сушилка. Сушилка нам необходима, пока белье все сушим в ванной комнате на батарее. Поэтому нам сушилка нужна на балконе. Вот такие у нас планы. Все, особо больше показывать тут нечего. На этом я буду подходить к завершению. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.